Хмурый командир разведгруппы Славянск. Как вы попали в ополчение? В ополчение попал, значит, на момент, когда была штурмовка с сушкой Луганской, я находился в Москве. Когда я увидел штурмовку, решил ехать воевать, ну, с хунтой, как ее ни назови. Это неправильно. В интернете нашел контакты московского военкомата ДНР в Москве. Ребята дали мне координаты. Созвонился с представителями военкомата в Донецке. Они подсказали, рассказали, попал я сюда таким образом. Вы уже участвовали в боевых действиях? Ну, Ямполь, да. Ну, что я могу сказать? Это страшно, это война. 12 часов артиллерия, вот, по-моему, вся, которая у них существует, лупили со всех стволов. Да, погибло. Парни погибли некоторые. Жалко. Но то, что они рассказывают о перемирии и обо всем, это все чушь. Я смотрю и украинские новости, и российские. Они рассказывают чушь, бред, это вранье. Стреляют лично, видел, когда попадают снаряды в жилые дома. Вот на сегодняшний момент, вот село Закотное, там находится порядка 70 человек мирных. Бабушки, дети даже есть, которые в перерывах между минометными обстрелами катаются на самокатах. И они лупят вот просто по домам, то есть стрелять они толком, я не знаю, не умеют. То есть куда Бог пошлет, туда снаряды падают. То, что они там рассказывают, что мы там прячемся за мирным, да никто ни за кого не прячется, а лупят они просто куда попало. Два дня назад в том же самом, там вот Закотное есть еще село Кривое Луки, ехала семья, муж с женой, тесть, теща. Эти в черном костюме, там блокпост остановили, мужиков просто расстреляли, баб пинком прогнали. Ну и так же там они себе ведут. Не знаю, не видел, говорят, вроде какие-то арабы появились, негры. Ну, пока не видел, даст Бог, увижу. Когда для вас война закончится? После полной победы над американским империализмом. Понятно. Спасибо большое. Еще раз... Назовите свой позывной. Хмурый.